В Елабужском институте Казанского федерального университета завершилась праздничная неделя, посвященная дню рождения университета. Традиционно в середине ноября в стенах вуза проходят актовые дни, в рамках которых проводятся тематические, научные и развлекательные мероприятия. В этом году студенты и преподаватели отмечают 218-ю годовщину со дня основания Казанского императорского университета. Я считаю, что такие лекции очень полезны, потому что мы узнаем историю нашего института, и мы гордимся им. Именно в рамках актовых дней особый интерес вызывает история университета, богатая значимыми событиями и выдающимися именами. В этом году участниками школы экскурсоводов Елабужского института КФУ был проведен круглый стол, на котором были научные доклады, посвященные вехам развития Казанского университета и Елабужского института. В течение всей недели в переменах между учебными занятиями студенты и школьники устраивали друг для друга творческие сюрпризы в рамках акции «Открытый микрофон». Любой желающий мог произнести теплые слова поздравления в адрес любимой «Альма-Матер» и поделиться своим творческим талантом. Сегодня мы играли, хоть наша команда и не победила. Время прошло быстро и незаметно, было очень увлекательно, я узнала много нового и расширила свой кругозор. Связь с выдающимися историческими личностями и великими открытиями Казанского университета смогли прочувствовать все обучающиеся в рамках интеллектуально-развлекательного марафона. Сначала ребята сыграли исторический квиз, а после этого совершили путешествие в начало 20 века, чтобы пройти сюжетный квест по мотивам истории из жизни воспитанниц епархиального училища. Вечером 18 ноября в стенах вуза состоялась Ночь науки. В ходе мероприятия юные и взрослые жители Елабуги смогли познакомиться с современными направлениями науки и техники, узнать, чем отличается работа оптического и электронного микроскопов, заглянуть в мир виртуальной реальности и даже заняться дизайном своего будущего дома. А мы в этом году, вернее, я в этом году пришла впервые, Рома был в прошлом году с папой, ему очень понравилось, а я для себя открыла науку с другой стороны. Оказалось, это очень интересно и вообще не скучно. Также в рамках Ночи науки были представлены и собственные технические достижения. Амир Ахсямов, Айдар Нурмиев, Универньюз.